Друзья, всем привет! Предыдущее видео на моем канале было посвящено приобретению данного Chevrolet Tahoe, в котором я сейчас сижу. Он во владении у меня уже чуть больше 2 месяцев, и в данном видео я хотел бы вам рассказать, что я делал с ним за этот период и сколько денег вложил. Ну что ж, начнем. Перед покупкой данного автомобиля я читал много отзывов о нем, смотрел обзоры, и в принципе владельцы этих машин говорят, что Tahoe в данном кузове довольно-таки простой в обслуживании и надежный автомобиль. Наверное, я придерживаюсь того же мнения, просто сейчас мне в принципе пришлось изначально вложить некую сумму после покупки, потому что покупал я относительно по приятной цене за данный кузов. Я понимал головой, что скорее всего, да, я вложусь, но, честно говоря, думал, что сумма будет поменьше, и примерно раза в 2. Ну что ж, начнем. У меня есть заказ наряды, которые я вставлю в данное видео, чтобы вы могли подробно изучить все в деталях. То есть, какая запчасть сколько стоит, какая работа сколько стоит. Но в общих чертах я вам сейчас озвучу, что я сделал. И для этого я составил список в телефоне, чтобы мне было проще вам все это зачитать. И чтобы я не сбился. В общем, общая сумма вложений за чуть больше, чем 2 месяца. Приобрел я 29 ноября автомобиль. Сегодня у нас 6 февраля. Будем считать срок 2 месяца. За эти 2 месяца я вложил в автомобиль 220 тысяч рублей. Все считал предельно точно. Погрешность может быть, максимум там 1005. В общем, сумма за 2 месяца 220 тысяч рублей. Что делалось с автомобилем? По одним заказ-нарядам у меня вышло на 167 500. Эти заказ-наряды, как я уже сказал, я вставлю в видео, вы сможете подробно изучить. Но в общих чертах по заказ-нарядам я делал тормоза в круг, передние диски были нормальные. Спереди я поменял колодки, а сзади я поменял диски и колодки. Вот также я обслужил раздатку полностью. Я сделал полный привод, потому что когда я покупал автомобиль, работал только задний. Я поменял задний мост на нем, потому что он гудел так, что невозможно было ехать на самом деле, как в электричке. Звук прям реально, как будто едешь в электричке. Металлический звук, вот после там 60 км в час он был очень сильный. 60-100, вот в этом диапазоне просто машина звенела, скажем так. Также я поменял, согласно вот заказ нарядом, масло в двигателе вместе с фильтром и сделал частичную замену масла в коробке также вместе с фильтром. Как я уже сказал, по заказ нарядам 167 500 общая сумма. Это вы увидите еще. Помимо этого, помимо заказ нарядов, то есть откуда добежала сумма 220 тысяч рублей. Первая моя самая диагностика данного автомобиля после покупки у моего знакомого составила 1000 рублей. Также я купил литр масла на долив. Сразу вот как купил машину, я ее гнал к себе домой 400 километров. Думаю, на всякий случай возьму литр масла. Вот, оно в принципе не пригодилось. Мотор вроде нормальный, масло не поджирает. Замечено не было такого. Масло 500 рублей. Также у меня по приезду в Москву отказали, стали прям плохо работать тормоза. Причина была в сгнивших трубках. То есть поменял 2 задние тормозные трубки, поменял полностью тормозную жидкость, прокачал тормоза. Вышло это в 5000 рублей. Далее, покупка еще моторного масла. Я сразу взял 2 баклажки по 4 литра. То есть 8 литров, отдал 4000 рублей. Мост. Мост мне посчастливилось найти, как я считаю, довольно-таки недорого. Все благодаря вот парням, которые состоят в определенном чате в WhatsApp, кто ездит, в принципе, на американцах. Но я думаю, и не только. В общем, есть такой некий коллектив, который мне помог подыскать мост по хорошей цене. За мост я отдал 15 тысяч рублей. Также у меня были небольшие сколы на лобовом. И, возможно, целесообразнее было поменять лобовое. Но я сначала решил заделать эти сколы. Там убрать трещины. Думал, что мне выйдет это чуть дешевле, но вышло мне это в 3500.
После я решил затонировать задние фонари, то есть красной пленкой их обтянуть, и передние боковые стекла. Это вышло мне в 2000 рублей. Также я сделал легкую тонировку поворотников фар 200 рублей. А я называю такие суммы, ну, небольшие, там, 200 рублей, 500, да, вы скажете, зачем ты их вообще считаешь, но я просто вот заморочился реально и решил посчитать в общей сложности, сколько я вложил в автомобиль за 2 месяца. Поэтому будут даже вот эти 200 рублей. Далее, у меня после каждой мойки, ну и в принципе там влажная какая-то погода, подтекало лобовое стекло сверху. То есть после мойки я прям видел подтеки на лобовом изнутри и видел пену на торпеде. Вот, а к своим знакомым товарищам заехал, они говорят, давай попробуем резинку убрать, потому что там она уже в принципе отслоилась, зальем туда герметик, все будет нормально. В общем, покупка герметика 1200 рублей. Поменяли резинку они мне бесплатно, но, к сожалению, при замене резинки сверху пошла небольшая трещина по лобовому. Ее я уже полностью заделывать не стал, потому что она пошла большая. Я просто засверлил 2 точки, плюс еще 1000 рублей, чтобы трещина не шла дальше. Также я купил туманки сюда, чтобы улучшить свет. Свет тут, честно говоря, прям, ну, не очень. То есть вот я поставил туманки сейчас, вообще прям свет, ну, вполне меня устраивает. Для ближнего, я считаю, прям космос светит, как, не знаю, на хорошем новом автомобиле каком-то. Вот за туманки я отдал 6000 рублей. Также я поменял здесь цепь раздатки. Цепь вышла 11500. И подкрылки я купил передние, потому что мои были чуть-чуть короткие. То есть, в принципе, спереди грязь летела. В том числе и на туманки, и там на бачок и так далее. В общем, 13500 цепь вместе с подкрылками мне вышли. То есть запчасти, которые я сейчас вам вот перечислил, вышли на 53 тысячи рублей. И по заказ нарядом 167 500, получается 220 тысяч. Ну, чуть-чуть округлим. Такая сумма набежала за 2 месяца владения. Я надеюсь, что теперь я буду вкладываться сюда вообще по минимуму и только по своему желанию. Но вот после покупки пришлось так глобально обслужить автомобиль. Надеюсь, что он будет меня радовать. В дальнейшем я планирую снять на данный автомобиль обзор. Также будет обзор на Escalade 2004 года. То есть, в принципе, автомобили очень схожи. Напишите в комментариях, что бы вы конкретно хотели узнать о данных автомобилях, о Tahoe 800-го поколения, об Escalade 2004 года выпуска. И вот в сравнении этих двух автомобилей, что вам показать именно, что вам было бы интересно. На этом все, друзья. Видео получилось вот таким сжатым, информативным и ничего лишнего, никакой воды. До встречи на канале. Подпишись, поставь лайк. Я буду видеть, что я делаю это не зря. Все, всем спасибо, друзья. Пока.